Приветствую вас. Давайте разберем ваш текст, то, что вы написали. Первое-наперво хочется сказать вам следующее. Вы несколько странно, на мой взгляд, задаете вопрос. То есть, вы говорите о том, именно говорите о том, что плохо вам, сил нет у вас, но почему-то спрашиваете, как дальше быть вам. То есть, именно вам лично. Тогда как проблема, по вашему мнению, у вас обоих. И вот это, на мой взгляд, довольно странно. То есть довольно странно. Именно то, как вы задаете вопрос свой. Ну, просто потому, что, как я уже сказал, если проблема лично у вас, да, то и решать эту проблему нужно в контексте лично вашим, а не как быть вам обоим, что является в известной степени искажением реальности и, в общем-то, прямым путем, значит, в никуда, прямым путем к самообману, вот. А поскольку обманывать вас я не хочу, и не хочу, чтобы вы себя обманывали, то, соответственно, нужно это определить. Значит, дальше. Первое, что хочу вам сказать, это то, что вы живете с парнем 5 лет в гражданском браке. И будучи в гражданском браке, заметьте, будучи в гражданском браке, вы хотите завести ребенка. Возникает вопрос, почему в гражданском браке, находясь, вы хотите завести ребенка? Ведь, по сути, вы даже не семья. И, по сути, ребенка своего, пусть и возможного, вероятного, вы обрекаете на рождение вне семьи. Вопрос у меня к вам такой. Почему вы пытаетесь завести ребенка не в семье? Ну или находясь не в семье. Второе. 5 лет гражданского брака. Тоже важный вопрос, по какой причине? Вы считаете себя недостойной брака классического, ну то есть настоящего? Или вы полагаете, что не сможете быть одна?
например. А может быть есть еще какая-то проблема, о которой вы здесь вообще не пишете, но которая является очень и очень важной. Обо всем этом, конечно же, нужно подумать. И все это, конечно же, нужно разобрать. Потому что в гражданском браке живут люди, которые потенциально не уверены в себе. Вот. И ваша неуверенность в себе может, конечно же, играть очень серьезную роль в невозможности завести ребенка, в невозможности для вас забеременеть. Вот. Что, в общем-то, вполне нормально и логично. Да? То есть, если женщина не уверена в своем мужчине, да, то она, естественно, и напряжена, она, естественно, не расслабляется, а не расслабляется, она, естественно, испытывает сложности с кем-то бы забеременеть, она не может полностью отдаться мужчине, вот. Следующее, о чем нужно сказать, это то, значит, это то, для чего вам ребенок? Откуда такое желание, потребность его завести? Ребенка, я имею в виду. Каким значением вы наделяете ребенка, вот, ну своего, то есть какое у него должно быть значение, что он вам должен дать, что он вам должен принести. Понимаете? Вот. И это еще один важный момент. Дальше. Вы пишете, что у вас не получается с детьми, но не очень понятно, как именно не получается. То есть это проблема у вас с тем, чтобы забеременеть, или проблема у него с потенцией, или проблема у него с возможностью дать плод. В чем конкретно проблема? Непонятно, да? Дальше, вы пишете, уже нет сил жить с ним дальше. Смотрите. Если у вас нет сил жить с ним дальше, ну, с мужчиной вашим, значит, по-видимому, существует некий конфликт между вами, вот, который вами же, скорее всего, не разрешен никак. То есть конфликт никак не разрешается. Есть что-то, что вас напрягает, есть что-то, что вам не нравится, есть что-то, что вас раздражает, есть что-то, что вам мешает, есть что-то, что вас расстраивает, пугает и так далее.
И вот все эти вещи, все эти аспекты, все эти моменты и все эти нюансы нужно рассмотреть для того, чтобы понять, как вам двигаться дальше, что вам делать дальше. Потому что пока не ясна даже сама суть проблемы. Ибо вроде бы вы говорите, что вот я хочу, вы спрашиваете, как быть вам, как вам быть, вы спрашиваете. Но при этом говорите, что сил дальше с ним жить нет. Сил нет. Значит, ответ на вопрос, как быть, звучит так. Решить проблему, которая есть между вами. То есть, та проблема, которая у вас есть, которая есть между вами, эту проблему нужно разрешить. И только после этого вы сможете понять, что вам делать дальше. Ну и не только после этого, а еще и после, после того, как, например, ответите на все вопросы, которые я вам задал. Ну, потому что это важный момент в развитии. В развитии, значит, вашего дальнейшего сценария жизненного. Вот. Следующий аспект. Мужчина, ваш мужчина, назовем его гражданский муж, да? Ваш мужчина, он также должен чувствовать наличие проблемы. То есть, мужчина либо, ваш мужчина, либо чувствует, что проблема есть и также стремится ее решить, как и вы, либо мужчина не видит проблемы, не чувствует, что она есть, и, соответственно, ничего не делает для того, чтобы ее не было. Вот. Хорошо это или плохо, это уже решать не нам, да, то есть если мужчина не видит проблемы, это его личное дело, важно просто, чтобы он отдавал себе отчет в последствиях, которые могут за этим, значит, пойти, вот, и, в принципе, все. Вот, в принципе, все. И нужно, чтобы мужчина хотел что-то сделать. Вот. Нужно, чтобы у мужчины было желание
что-то делать. Потому что если такого желания у него нет, то что бы вы ни делали, вы будете делать это одно. А это, как вы понимаете, мартышкин труд. Ну, то есть, когда вы вроде бы что-то делаете, да, когда вы вроде бы стараетесь что-то сделать, а все это упирается в стену, там, непонимание вашего мужчины, вот, который, как бы, говорит: слушай, а зачем это все надо, да, нафига это все вообще, и так далее, вот. И это ключевой момент. Вот. Вот так. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы какие-то остались, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего-всего самого доброго, удачи вам и успешного разрешения вашей проблемы.